Приглашается его соперник из Армении Рафаэль Абрахамян. Клетки. Ему 23 года. Рост 1 метр 68 сантиметров, вес 65,7 килограмма. Из России, северной столицы Санкт-Петербурга, представляет клуб «Лидер». Он кандидат в мастера спорта по кикбоксингу. Имеет синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Его профессиональный рекорд в ММА – 3 боя. 3 победы. Владислав Иваловский! Его соперник – боец в красном углу клетки. Ему 35 лет. Рост 1 метр 71 сантиметр. Вес 66 килограммов ровно. Из Армении, Еревана, представляет клуб «Гор ММА». Он чемпион лиги Open FC в полулегком весе. Обладатель пояса чемпиона мира BMF по версии Open FC. Его профессиональный рекорд – 7 побед при одном поражении. Рафаэль Баффало Абрахамян! Рефери в октагоне Идармачи Дармачев. Идармачи Дармачев рассудят Рафаэля Абрахамяна. Он в красном углу, в синем Владислав Ивайловский. Полулегкая весовая категория. Итак, смотрим и не моргаем. Возможно, все закончится очень быстро. Двигается очень аккуратно на старте Рафаэль. Начинает прессинговать Ивайловский. И первый лоу-кик. Да, именно Владислав вот так по-хозяйски четко работает из центра клетки. Много фитит корпуса. Начинает сближаться. И одиночный удар слева. Пока что никуда не торопится Абрахамян. А Ивайловский действует так по-спортивному, нагло, дерзко. И сразу же заявил себя агрессором в этом противостоянии. Был боковой удар от Рафаэля, пока вымеряет эту дистанцию. И попадает. Тут же начинает добивать. И смотрим. Размашистые удары, пассивная оборона. И Дармачев останавливает встречу. Победа техническим нокаутом в первом раунде Рафаэля Абрахамяна. Восьмая победа Рафаэля. Да, там все в порядке с Владиславом. К счастью, поднимается на ноги. Так, конечно, был потрясен. Смотрим еще раз момент добивания. Это уже финальная стадия. Четкая работа рефери. Он верил в Владислава. Здесь никаких вопросов по поводу ранней остановки быть не может. Стремительная развязка. Но все-таки отметим, что Рафаэль Абрахамян был серьезным фаворитом в этом противостоянии. Он четко выполнил свою работу. А Владислав решил... Бывает, что андердог действует робко. Нет, в этом отношении, я имею в виду в плане храбрости и
желание идти вперед, никаких претензий к Владиславу Ивайловскому быть не может. Этот поединок продлился 58 секунд. Победу техническим нокаутом одержал Рафаэль Баффало Абрахамян! Добрый вечер! Добрый вечер всем! Добрый вечер, наши дорогие телезрители. Добрый вечер, люди, которые присутствуют здесь, в Лужниках. Добрый вечер, давайте пошумим. Эти парни показали сегодня очень интересный, пусть их скоротечный бой. Наш гость из Санкт-Петербурга обещал за своего однокубника рассчитаться. Но делал очень много движений руками. И вот в это движение успел попасть Раф. И попасть точно. Прямо, можно сказать, к месту. Да, и так получается. Это вот, собственно говоря, настоящий бой. Когда ничего нет подыгранного. Когда все происходит прямо здесь, в прямом эфире. И сегодня Раф сильнее. Но я думаю, что тебе есть возможность подготовиться. И потом собраться с силами. И как ты считаешь, Федор? Есть возможность что-то у парня... Попробовать еще раз. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, что-то ему точно еще придется попробовать еще раз. Вот. Я буду надеяться, что это будет бой в ММА-серии. Вот. Ну, из хорошего я имею в виду. Вот. А по поводу каких-то других моментов, ну, конечно же, не получилось. Получилось так, как получилось, но мы будем надеяться, что ты станешь лучше. Ведь для этого мы и тренируем, вы и тренируетесь, точнее все. Мы уже не тренируемся, вы тренируетесь, чтобы становиться лучше. Так что вот так вот, Раф. Ну а тебя мы поздравляем с победой. Это, если мне не изменяет память, твой... А? Даже, да, четыре, ну, подряд три победы у тебя в ММА-серии. Вот, и это означает только одно. Рафаэль, у тебя есть возможность в следующем бою биться за пояс ММА-серии. Это будет бронзовый пояс, наш пояс временного победителя. Но, опять-таки, это первый пояс. У нас есть возможность идти дальше. Что ты скажешь по этому поводу? Во-первых, приветствую, Москва. Очень рад вас здесь видеть. Здесь я вижу Москву, здесь я вижу Ереван, Армения. Эзеркиан Кинмерне. В первую очередь я бы хотел поблагодарить своего оппонента, Влада. Молодой парень. Вышел, да, не побоялся. Против ветерана, можно так сказать, и давил, да? Хайкик хороший попал. Брат, я уважение вам хочу проявить, но это бой, это спорт. Сегодня выиграл я, завтра проиграешь ты, всякое может быть. Лаки Панч я готовил месяцами. Можем повторить прямо сейчас еще раз. Хочешь, повторим? Вот. Что касается ММА-серии, я очень люблю эту лигу, я влюблен. Спасибо огромное, то, что даете возможность всем бойцам проявить себя, тем более бойцам из Армении и из других стран. Я с большим удовольствием буду готовиться забрать этот пояс ММА-серии, вот, потому что я могу сказать одно, то, что ММА-серия в моем сердце. Хочу поблагодарить вас за организацию такого шикарного мероприятия. Вот. И могу дальше, да, еще пару слов сказать. Очень большое спасибо армянам, которые сегодня приехали поддержать братья из Эрсертинмерна. Очень много людей приехало из Армении. И прямо сейчас в Кибер-арене в Ереване меня смотрят фан-зона там. Хочу большой привет передать Эзеркиан Кинмерна. Вот. И на самом деле это очень тяжелый для меня бой был. Не столько мне страшно было выходить в октагон, как страшно мне будет заходить в раздевалку, потому что всегда меня поздравлял отец. Я хочу посвятить этот бой своему отцу. И хочу всем огромное спасибо. Давайте поаплодируем Рафаэлю и его близким
Рафаэль, я так понимаю, что ты говорил о своем отце. Давайте все встанем все вместе нашим всем залом, большим залом, который здесь. Давайте сделаем такую минуту, вспомним, у каждого есть близкие, которые сейчас ушли от нас. Давайте вспомним. У каждого есть кого вспомнить. Спасибо. Рафаэль, хочу пожать твою руку. Нам очень приятно, что ты бьешься у нас. Мы в твоем сердце, а ты в нашем сердце. Поэтому мы, конечно же, принимаем и будем работать над тем, чтобы организовывать много интересных событий, где таким классным бойцам, как ты, всегда будет место. В следующий раз у тебя будет бой за пояс. Я бы еще одно слово, я извиняюсь, я бы хотел большое спасибо выразить своим братьям, своим друзьям, которые в подготовке мне помогали. Это Размик Мисакян, многократный чемпион по вольной борьбе и грэпплингу. Это Гамлет Степанян, тоже мой друг. И если есть возможность в рядах десанта армян пополнить ММА, я думаю, эти ребята... приукрасили бы нашу лигу. Вот. Да.